скорости мы стремительно двигаемся дальше. Впереди еще 5 поединков, 2 из которых будут титульными поединками за пояс. Поединок по номерам 15, весовая категория по-прежнему 74 килограмма. Это средний вес, и первым приглашается боец из Кыргызстана. Ladies and gentlemen, and now, please welcome fighter to the red corner of the cage, Mr.
поединок, чтобы осталось время для речи после боя. И, конечно же, слово тебе. Ассаламу алейкум. Мені үшін жағыматта қиыла, атайын үнті бой, ұқыт өтірдіп, алайлық кердіштерін келген үшін тіреңілер үшін күрем, алайлар, алайлар! Бүгін осындайында мен ең жақтым енім Алайбек, Манас, Шер, Мұхаммед, ұсыл үшелер ең жағымды бойы мұсташар. Егілік қалар қадағы, алайлыққа мүмкін жоқ. Үрса бар алдыда, менің бойы кейін үш күн назар, Утнан травма болчу. Главный Шкалайский. Первый скерек ушел в тюмен. Бой был Анкан Кубай. Сидор Акан там стаж бой. Ассаламу алейкум. Кыргызстан. Я не знаю, что сейчас всю речь, да, которую сказал Марсель наш чемпион, но судя по подаче, по голосу и темпу, если бы ты сейчас сказал, идем брать зимний дворец, все мы пошли. Великолепная поддержка у тебя, великолепный бой, и я думаю, что мы еще не раз увидимся в клетке, и ты покажешь еще более быстрый и еще более красочный бой. Я хотел бы сказать, до боя, 4 дня назад, я коленостопа травму получил. Главное не сдаваться. Надо драться. Отлично.